прошлой неделе Дмитрий Викторович приезжал, но я лично посмотрел бассейн. И, пожалуйста, какое решение скоро будет Дмитрий Викторович по бассейну? Действительно, закончена вся процедура оформления. Отдельная благодарность выражаю Сергеевичу Кузнецову, лично принимал участие в этой работе. Мы практически первоочередной инвентаризации инициации города Ачинска всю провели, получили те документы, которые нам не хватало для оформления незавершенного, то есть большого здания, вытащили из архива города Ачинска, получили сегодня решение о передаче этого комплекса зданий для одного здания непосредственно. Земельного участка находится на оформлении города Москва у совета директоров. Хорошо, немного изменилась процедура, мы думаем, что сами сможем передать. Сейчас мы идем в подписи экс-премьера Белоусова. Там есть такой документ на многие объекты по всей стране, которые будут подписаны. Но мы полагаем, что до конца года раньше получим это здание. Спасибо.